Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Носители этого имени обладают сильной энергетикой, а также имеют хорошую физическую форму. Из типичных черт характера и легко узнать по скромности, аккуратности, строгости, дисциплинированности и опрятному внешнему виду. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Если вы встанете на пути у такой личности, она приложит все усилия, чтобы избавиться от вас и добиться своей цели при помощи любых способов. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Если владелец этого имени совершит дерзкий поступок, не думая о последствиях, то часто его ждет наказание. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Процесс дискуссии у этого имени как игра в словесный бисер. Вот что важно для этого человека. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Значение буквы «Д» говорит не только о склонности к размышлению, всестороннему обдумыванию как философских, так и житейских проблем, готовности помочь, но и об упрямстве, гордости и независимости, а вследствие этого склонность к ошибкам, не всегда правильной оценке своих сил и возможностей. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.